Привет, дорогие друзья! В нашей конюшне прибыло. Это наш новый проект. Как вы поняли, это ЛуАЗ 94 года выпуска. Мы вложили в него средства, время и, самое главное, душу. Силы. Силы, да. Мы хотим сделать, превратить этот автомобиль в некое подобие экспедиционной машинки, чтобы продолжать наши путешествия по нашей родной земле, по нашему Костромскому краю. Мы внесли кое-какие доработки, естественно, мы покрасили, практически перебрали двигатель. Что еще мы сделали, Антох? Оптику поставили. Поставили оптику, позанимались тормозами. Все проверили редуктора, шестереночки, все масла, все сделали. Проект готов, будем путешествовать, снимать новые фильмы, показывать нашу Костромскую область. Близлежащие регионы тоже, может, зацепим. Что-нибудь поснимаем. Чудо-автомобиль, ребят, смотрите. Клиренсы. Вот он, по колено. Любое море по колено. Мнения друзей разделились. Кто-то, образно говоря, по-доброму завидует, а кто-то, ну, мол, фигню вы какую-то, ребята, купили. В общем, время покажет. Естественно, эта техника, скажем так, не сел и поехал. С ней постоянно надо что-то делать, прикладывать руки. Ну, будем, как говорится, по мере необходимости. Взрослый конструктор. Да, взрослый конструктор. Сиди и конструируй. Много доработок будет, попробуем, посмотрим, сколько сил, сколько времени хватит. У нас сегодня боевое испытание, действительно реальное путешествие. До этого у нас были пробные выезды, мы устраняли неполадки, хотя их здесь до конца никогда не устранить. Антон Сергеевич, мы уже с тобой прошли 25 километров. Ну как у тебя? Руки не отваливаются? Усы, лапы, хвост на месте? Ну реально комфорту-то мало. Слушай, я думал хуже, как нам говорили, что там вот этот гул редукторов, 5-10, а тут жесткости все. Еще более-менее. Пойдет. Оно довольно-таки не совсем страшно. Да, конечно, до Москвы устанешь ехать, но по пересеченке для наших целей это хороший автомобиль. Поедем с тобой в тапках. Да, когда такое было. А на баге ты разве поедешь в тапках? Ты весь, боже, грязь. Наш путь лежит мимо заброшенной военной точки, так называемой тридцатки. Раньше здесь было нереальное множество огромнейших ангаров. Разбомбили, зачистили, и снимать здесь уже нечего. Продолжаем дальше наш путь. Отправной точкой нашего путешествия можно считать деревню Гридина. Далее, через Иконниково и Следово, двигаясь по бетонке, мы пересекли Судиславскую трассу. И через Тридцатку и Медяниковский карьер выехали на Сусанинскую трассу. И уже непосредственно по ней двигались до цели нашего путешествия – конезавода в деревне Медведки. Друзья, Сусанинский район, деревня Медведки. И мы в гостях у Натальи, у нереального человека. Она возродила старинный конезавод. И своими силами, и силами небезразличных людей пытается поддерживать его в приемлемом состоянии. Наташ, скажи, пожалуйста, что вообще тебя, хрупкую женщину, заставило возрождать конезавод, заниматься конепроизводством?
Жень, ты знаешь, это, наверное, уже мечта моей жизни стала. И то, что я хочу это место сохранить, поделиться вот этим позитивом, которое здесь есть, той энергией, которую дарят лошади, и вообще это место, которое действительно уникально. Конюшня постройки 1891 года, лошади замечательные, орловские рысаки, русские тяжеловозы. И вообще чувствуем до сих пор дух того времени, дух людей того времени, которые создали прекрасное место и вот это прекрасное зрелище вокруг себя. Наташ, у тебя будет время сейчас немножечко показать, пройтись по конюшне или как? Или ты кого-нибудь нам дашь? Да, конечно, я думаю, что я с удовольствием пройдусь с вами. Наташ, и еще такой вот у меня вопрос. Скажи, пожалуйста, сюда можно к тебе приехать? Да, ко мне можно приехать на экскурсию, можно приехать остановиться в гостевом доме. Ну, как бы небольшой хостел, я потом его покажу тоже. Да, можно прокатиться верхом, совершить экскурсию по сусанинским местам и отправиться в конный поход. Комплекс конезавода в Медведках датируется концом 19 века. Я не буду погружаться в историю. Кому интересно, приезжайте, все узнаете. И точно не пожалеете. Я лучше скажу о наших эмоциях. Это нереально душевное место. Развалины усадьбы нисколько не портят, а очень удачно вписываются в местный пейзаж. И только украшают его. Это место вообще стало каким-то родным. Лично для меня и многих моих друзей. Мы неоднократно заезжали сюда на квадроциклах, снегоходах и останавливались с ночевкой в хостеле. Все очень приемлемо, по-простому, уютненько. По крайней мере, посидеть вечером и переночевать тут можно с комфортом. В итоге, лично походить с нами по конюшне у Натальи не получилось. Приехал автобус с детьми на экскурсию, но она выделила нам для этих целей девочку-волонтера, Эмилию. Давайте послушаем ее рассказ, а потом посмотрим красивейшее видео, как целый табун лошадей отправляется на дневную прогулку. Нам нужна Эмилия. Да, я Эмилия. Это вы? Да. Партийное задание от шефа. Очень вкратце как-то нам вот просто пройтись. Рассказать, может, что-то про лошадей. На нашем конезаводе Медведки мы разводим две породы лошадей. Это орловские рысаки и русские тяжеловозы. Вот, например, Багира, представительница орловских рысаков. Самая взрослая лошадь у нас на конюшне, ей 25 лет. В среднем лошади живут 25-30 лет, то есть, если переводить на наши мерки, то Багире уже около 80 лет. Напротив нее лошадь Республика. Она уже представительница русской тяжеловозной породы. Эти две породы можно различить по внешним признакам, то есть тяжеловозы более крупные, у них длинная мощная шея и короткие мощные ноги. Дальше лошадки тоже Рапсодия русской тяжеловозной, Касабланка орловской рысистой. Касабланка у нас очень резвая лошадка. Эмилия, а все вот эти лошади задействованы, скажем так, да, катают людей? Да, ну то есть у нас большая часть лошадей заезжена, но на каких-то мы ездим сами, на каких-то возим прокаты. Также у нас есть жеребцы. Вот, например, представитель орловской рысистой породы оберег. Тоже молодой, резвый конь, любит побегать. И жеребенок. Ей 2 года, это капитанская дочка. Так как родители у нее высокие, в свои 2 года она достаточно тоже высокая. Так, вот, например, самый высокий конь на нашей конюшне, капитан. Он представитель орловской рысистой породы. Его рост составляет около 175 сантиметров холки. Также, да, капитан является основным жеребцом-производителем жеребят орловских рысаков. Ну да, и то есть мы здесь ездим в зимнее время, когда там, например, на улице очень скользко, в дождливое время, но вот сейчас манеж как бы в таком затопленном небольшом состоянии. А так, да, и лошадей мы здесь обучаем. Обучаете. Да. Как будто закрытая территория, если упадешь с лошади, с буйной, например, то она никуда не убежит. А он, да, он...
Да, он с 19 века здесь стоит. Вот как конезавод построили, вот он здесь так и стоит. После деревни Медведки мы решили испытать УАЗик в более суровых условиях. От конезавода начинается дорога на Кишинское и Медвежье озера. Ранней весной и дождливой осенью она нереально сложная в прохождении, но уже май. Сложные места остались, но в целом дорога более-менее проезжаема. Природа в этих местах очень живописна. Единственное, что слегка омрачает пейзаж, это вылезающие то тут, то там заросли борщевика. Так сказать, бича наших лесов и полей. И эта зараза продолжает распространяться, к большому сожалению. Что можно объективно сказать про УАЗ? В целом техника очень понравилась. Двигаться на нем по асфальту или плитам не очень комфортно, но терпимо. Зато здесь, на реальном внедорожье, он король. И от движения и вождения действительно получаешь удовольствие. В идеале, конечно, для внедорожных локаций его доставлять на прицепе, о котором мы всерьез задумались, так как все желаемые места для экспедиций раскиданы по области на приличное расстояние. Конечной точкой нашего путешествия стало Кишинское озеро, красивейшее место. Сосновый бор, песчаная почва, великолепные виды. Кстати, сюда можно заказывать поездки на лошадях из медведок. До новых встреч, дорогие друзья!